Давай. Друзья, привет. Эрик, для тебя видео специально. Вот эта вот штука называется манго. Манго. Оно похоже на такую большую сливу. Ну, бывают маленькие, большие. Вот. Зеленого цвета, а бывает желтого цвета. Вот. Оно вкусное, ни на что не похожее из того, что ты кушал. Вот. А внутри вот такого яркого оранжевого цвета. Вот. Его нужно почистить от кожуры. Вот. И внутри будет яркая, сладкая мякоть, которую можно кушать. Сочная. Вот. И внутри этого манго находится большая косточка, которая не кушается и занимает очень много места. Фрукт этот очень сладкий, чистится почти как картошка. Очень сочный. А с виду похож даже чем-то на кокос. Вот так вот выглядит кусочек манго, готовым для употребления в виде. А внутри у него большая косточка. Вот это все вот косточка. Ее надо обрезать, а все остальное можно кушать. Ням-ням-ням. Вот такая вот у манго косточка. Вот такая вот большая косточка. Почти с ладонью. На рыбу похож. Ну, в зависимости от размера манго, ну, косточка вообще большая. Если сравнивать с размерами манго, самого плода, то косточка большая.